Сегодня должна была состояться эвакуация мирных жителей из Дебальцево. ДНР предоставила свой коридор, однако жителям Дебальцево о нем не сообщили. Люди узнали об этой колонии чисто случайно. Случайно возле горисполкома, просто случайно, нам крупно просто повезло, что мы прямым сообщением едем в Донецк. А много людей в Дебальцево осталось? Ну, есть, как сказать, есть люди, есть. Выживут из-за гуманитарки. Вот, детвора есть, и взрослые есть, и молодые, много людей еще поставили. Просто готовить уже не на что. Потом газ закончился, может, на улицах буржуйки там в подвалах стоят, на улицах костры палят, вот так вот, ну, выживают. Мы узнали просто случайно. Мы ехали в Артемовск. Ну, я собрала детей, у нас остался у меня там брат, невестка, отец в Дебальцево. Я собрали детей, забрала мать и поехали на Артемовск. Уже безвыходное положение, потому что, ну сколько можно, полмесяца, 15 дней. Обстрелы, да, без конца? Да. Это что, да? Нет, нет. Мы подъехали в горисполкому, в маршрутке на Артемовск и пересели в этот автобус. Когда мы прям подъезжали в Дебальцево центр, стреляли оттуда, потому что знали, что ответки не будет. По нам-то не будет стрелять, знали, что автобусы заберут. А из чего стреляли? С миномета. По звуку с миномета. А почему автобусы пустые? Нет людей? Никто не хотел уже. Видно, уже нету людей, мало. Остались те, кому уже видно ехать. Или не хотят, или уже боятся куда-то. Украинские военные, когда отходили, заминировали продукты питания, боеприпасы. Вот сейчас бойцы подразделения «Спарта» разминируют. И в дальнейшем продукты питания, которые раздадут, вон, собрали местных жителей, чтобы раздать. Что это за здание? Что там расположено? Школа-интернат. И там были позиции украинских? Да, там были позиции украинских военных, оборудованы боевые точки. Склады боеприпасов у них там были, ну а также, ну, располагались они там. Оставили много? Очень много. Их выбили отсюда просто. Ну, говорили, что они налегке убегали отсюда. В спешке, да. А детей в интернате не было? Нет. Детей не было. Детей, я так думаю, что они, наверное, выгнали до этого. Почему? Потому что видно, что дети покидали наспех. Потому что комнаты...
до последнего трудились. Ну, они пришли к нас сюда, разбомбили все, нас разрабили, нас бедных. За что мы страдаем, этот народ, за что, я не знаю. Ой. На землю защищают свою. Якая их земля? Да тут же Донецкая была, тут же их не было и близко, от этих бендерів. Откуда они взяли свою землю тут? Їхня Польща, Венгрія, отам от, ото їхнє все. Ні, то вони сюди на Донбас прийшли, Донбас, вони їхній Донбас, хоч ти вимахай їх, падлів там усіх. Оцей гранатою, що на нас іде. Це ужаси, дітьо орало. Так дітьо перепало, дай Бог, щоб їхні діти так орали, як наші орали дітки.